Представляем вашему вниманию интерактивный телефон Фрутонинджа. Телефон идет в коробочке. В комплекте у нас есть шнурочек. Работает у нас телефончик от 3 батареечек. Мизинчиковых. Приключения мы слышим. Милый друг, добро пожаловать в мир игр. Давай поиграем. Это у нас кнопочка от переключения на музыке. Кнопочка громкости. Громкость как на уменьшение, так потом идет и на увеличение. Кнопочка «Найди фрукты». Милый друг, найди, где находится груша. Да, замечательно. При правильном нажатии фрукта подсвечивается. Если мы нажимаем неправильно, загорается овощ или фрукт, который надо было найти. Постарайся, милый друг, найди, где находится кокос. Да, замечательно. Милый друг, игровой режим. Первая игра. Это индикаторы жизни у нас. Подсвечиваются фрукты и овощи. Слышим характерные звуки. Как в играх. Если мы нажмем неправильно, у нас уменьшаются жизни. Вторая игра. Вот, видимо, при переходе на второй уровень остановились все игры. Если мы долго не нажимаем, это также играет в наши жизни. И переход в спящий режим. Вот и все функции данного телефона.